предлагаем вашему вниманию еженедельную авторскую передачу Салтанат Ермековой «Шедевры классики». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В сегодняшней нашей передаче мы поведем речь о выдающемся немецком композиторе Кристофе Виллибальде Глюке. Эпоха, о которой пойдет речь в этой передаче, в музыкальной культуре ознаменовалась расцветом венского классического стиля. Слово «классический», «классика» известны каждому. Мы часто употребляем их в обиходном значении применительно к общепризнанным шедеврам литературы и искусства. И это не случайно, ведь латинское «classicus», от которого произошли данные термины, переводится как «образцовый». Однако есть и специальное искусствоведческое толкование этого понятия. Оно связано с теми явлениями в театре, литературе, архитектуре, живописи, скульптуре, музыке, которые отличают сочетание особой глубины и разнообразия содержания с исключительным совершенством, рельефностью, отточенностью его воплощения. Так во Франции 17 столетия возникло направление, получившее название классицизм. Напомним, что то была эпоха расцвета французской абсолютной монархии, оказавшей высочайшее покровительство придворному искусству и требовавшей от него пышности и великолепия. Драматурги, архитекторы, скульпторы, художники той поры обратились к античности, найдя в ней фундамент, на котором они смогли развивать собственное творчество. В основе их эстетики лежало убеждение, что все в мире разумно, что на земле и в природе, и в жизни царит установленный свыше порядок. Создатели французского классицизма добивались в своих произведениях равновесия истины и красоты, ясности, логичности замысла, стройности и законченности композиции. Но все же самое яркое воплощение в музыке этот стиль получил гораздо позднее, во второй половине XVIII и начале XIX века, в творчестве представителей венской классической школы Глюка, Гайдна, Моцарта и Бетховена. То обстоятельство, что это плодотворное направление выросло на австрийской почве и прежде всего в Вене, не случайно. Объяснялось оно рядом причин, среди которых едва ли не главный был многонациональный состав населения. Благодаря ему Вена, столица огромной империи, вбирала в себя неисчерпаемые богатства поэтического и музыкального фольклора народов, живших на территории всей страны, да и граничивших с ней государств. Словом, Вена была насквозь пропитана музыкой. Средоточие многообразного фольклора в Вене и органическая связь венского музицирования с народной стихией составляли важную предпосылку возникновения школы музыкального классицизма именно в этом городе. В историю музыки Кристоф Виллибальд Глюк вошел как великий реформатор оперного искусства. На фоне нашей передачи вы слышите знаменитую мелодию Глюка из оперы «Орфей». Thank you.
Вспомним, что опера возникла в самом начале 17-го столетия и к середине 18-го прошла грандиозный путь развития, отмеченный напряженными творческими исканиями композиторов ряда стран. Появились разные, порой противоположные друг другу оперные жанры – опера-серия и опера буффа в Италии, лирическая трагедия и комическая опера во Франции, балладная опера в Англии, зингшпиль в Германии и Австрии. Но при всех своих несомненных достоинствах ни один из них не был полностью созвучен духовным устремлением эпохи Просвещения. Ни один не отвечал философским и эстетическим воззрениям ее лучших умов. Глюк пришел к оперной реформе в середине XVIII века, когда борьба разных направлений в европейском оперном искусстве достигла апогея, когда идеи оперной реформы буквально носились в воздухе, и ее необходимость исторически назрела. Именно Глюку удалось создать то монументальное, содержательное, воплощающее высокие идеалы искусства, которое так страстно ждали в прогрессивных общественных кругах ведущих европейских стран и которое сыграло столь важную роль в последующем развитии музыкального театра на нашем континенте. Кристоф Виллибальд Глюк родился 2 июля 1714 года в Эрасбахе, Верхний Пфальц, недалеко от чешской границы. Отец Глюка был крестьянин, в молодости служил солдатом, а затем сделал своей профессией лесничество и работал лесничим в богемских лесах на службе у графа Лапковица. Таким образом, с трехлетнего возраста Кристоф Виллибальд жил в Чехии, что впоследствии сказалось на его творчестве. В музыке Глюка пробивается струя чешской народной песенности. Детство Глюка было суровым, семья обладала скудными средствами, и ему приходилось помогать отцу в трудном лесническом деле. Это способствовало выработке у Глюка жизненной стойкости и твердого характера, помогавших ему впоследствии при проведении в жизнь реформаторских идей. В 1726 году Глюк поступил в иезуитскую коллегию в чешском городе Коматау, где он проучился 6 лет и пел в хоре школьной церкви. Все преподавание в коллегии было проникнуто слепой верой и в церковные догматы и требованием поклонения начальству, что, однако, не могло подчинить себе юного музыканта в будущем передового художника. Вы слушаете передачу «Шедевры классики». Положительной стороной обучения явилось овладение Глюком греческим и латинским языками, античной литературой и поэзией. Оперному композитору в ту эпоху, когда оперное искусство во многом основывалось на античной тематике, это было необходимо. Во время обучения в коллегии Глюк занимался также игрой на клавире, органе и виолончели. В 1732 году он переехал в столицу Чехии Прагу, где поступил в университет, одновременно продолжая свое музыкальное образование. Временами ради заработка Глюк вынужден был оставлять занятия и странствовать по окрестным деревням, где он играл на виолончели различные танцы, фантазии на народные темы. В Праге Глюк пел в церковном хоре, руководимом выдающимся композитором и органистом Богуславом Черногорским, прозванным чешским Бахом. Черногорский и был первым настоящим учителем Глюка, преподававшим ему основы генерал-баса и контрапункта. В 1736 году наступает новый период в жизни Глюка, связанный с началом его творческой деятельности и музыкальной карьеры. Граф Лапковиц, у которого на службе находился отец Глюка, заинтересовался незаурядным дарованием молодого музыканта. Взяв Глюка с собой в Вену, он назначил его придворным певчим в своей капелле и камерным музыкантом. В Вене, где музыкальная жизнь била ключом, Глюк сразу окунулся в особую музыкальную атмосферу, создавшуюся вокруг итальянской оперы, господствовавшей тогда на венской оперной сцене. В это время в Вене жил и работал знаменитый в XVIII веке драматург и либреттист Пьетро Метастазио. На тексты Метастазио Глюк написал свои первые оперы. На одном из бальных вечеров у графа Лапковица, когда Глюк играл на клавире, сопровождая танцы, на него обратил внимание итальянский меценат граф Мельци.
Он взял Глюка с собой в Италию, в Милан. Там Глюк провел 4 года, совершенствуя свои знания в области музыкального сочинения под руководством выдающегося итальянского композитора, органиста и дирижера Джованни Баттиста Саммартини. Познакомившись с итальянской оперой в Вене, Глюк, разумеется, ближе и теснее соприкоснулся с ней в самой Италии. Начиная с 1741 года, он сам стал сочинять оперы, исполнявшиеся в Милане и в других городах Италии. Это были оперы-серия, написанные в значительной своей части на тексты «Метастазио». Почти ни одна из ранних опер Глюка целиком не сохранилась, из них до нас дошли лишь отдельные номера. В 1746 году Глюк переехал из Италии в Англию, где продолжал работу над итальянской оперой. Для Лондона он написал оперы серии «Артамена» и «Падение гигантов». В английской столице Глюк встретился с Генделем, творчество которого произвело на него большое впечатление. Однако Гендель не сумел оценить своего младшего собрата и однажды даже сказал: «Мой повар Вальц лучше знает контрапункт, чем Глюк». Творчество Генделя послужило Глюку стимулом для осознания необходимости коренных изменений в области оперы, так как и в операх Генделя Глюк заметил явное стремление выйти из рамок стандартной схемы опера-серии, сделать ее драматически более правдивой. Влияние оперного творчества Генделя – один из важных факторов подготовки оперной реформы Глюка. Между тем, в Лондоне для привлечения на свои концерты широкой публики, падкой до сенсационных зрелищ, Глюк не чуждался и внешних эффектов. Например, в одной из лондонских газет 31 марта 1746 года было опубликовано следующее объявление. В Большой зале Гикфорда во вторник 14 апреля господин Глюк, оперный композитор, даст музыкальный концерт с участием лучших артистов оперы. Между прочим, он исполнит в сопровождении оркестра концерт для 26 рюмок, настроенных с помощью ключевой воды. Это новый инструмент его изобретения, на котором могут быть исполнены те же вещи, что и на скрипке или клавесине. Он надеется удовлетворить таким образом любопытных и любителей музыки. После Англии Глюк посетил ряд других европейских стран – Германию, Данию, Чехию. В Дрездене, Гамбурге, Копенгагене, Праге он писал и ставил оперы, драматические серенады, работал с оперными певцами, дирижировал. Глюк писал также и комические оперы, среди них «Остров Мерлина», «Исправленный пьяница», «Одураченный Кади», «Неожиданные встречи» или «Пилигримы из Мекки» и другие. Наряду с операми Глюк работал и над балетом. В 1761 году в Вене был поставлен его балет «Дон Жуан». Большую роль в драматизации балетного жанра сыграл выдающийся французский балетмейстер Жан-Жорж Новер. В Вене в начале 60-х годов композитор работал с балетмейстером Гаспаро Анджелини, создавшим наряду с Новером драматический балет «Пантомиму». Совместно с Анджелини Глюк написал и поставил свой лучший балет «Дон Жуан». Начало реформаторской деятельности Глюка ознаменовалось его сотрудничеством с жившим в Вене итальянским поэтом, драматургом и либреттистом Раньеро да Кальцабиджи. «Метастазио» и «Кальцабиджи» представляли собой два различных направления в оперной либреттистике XVIII века. Выступая против придворно-аристократической эстетики, либретто «Метастазио» Кальцабиджи стремился к простоте и естественности, к правдивому воплощению человеческих страстей, к свободе композиции, диктуемой развивающимися драматическим действием, а не стандартными канонами. Теперь послушайте, пожалуйста, «Гавот» из оперы «Глюка и Ифигения в Тавриде» в исполнении Владимира Яковлева и Бориса Окунева. Thank you.
Избирая для своих либретто античные сюжеты, Кальцабичи трактовал их в возвышенно-этическом духе, свойственном передовому классицизму XVIII века, вкладывал в эти темы высокий моральный пафос и большие гражданские и нравственные идеалы. Именно общность передовых устремлений Кальцабичи и Глюка привела их к сближению. 5 октября 1762 года явилась знаменательной датой в истории оперного театра. В этот день впервые был поставлен в Вене Орфей Глюка на текст Кальцабичи. На этом мы заканчиваем нашу передачу. Продолжение нашей серии передач о выдающемся немецком композиторе Кристофе Виллибальде Глюке слушайте на следующей неделе. Передача была подготовлена саунд-дизайнером Анастасией Секиной, вела ее Салтанат Ермекова. До новых встреч! Вы слушали еженедельную авторскую передачу Салтанат Ермековой «Шедевры классики».